17 октября 2022 год. Сделала здесь детскую площадку. А это дерево. А на дереве высвечен человечек. Ручки, ножки, огуречек. Получился человечек. Вот листья шевелятся от ветра немножечко. И человечек двигается. Вот отсюда пускают эту картинку. Вот такая горка. Интересная конструкция. Вы знаете, дождь пошел. Это парк. Я здесь снимала магнолии. Ну вот, еще раз вам улыбочку покажу. Всем спокойной ночи.